Краевая столица готовится встретить День пожилого человека, который во всем мире отмечают 1 октября. Краснодарских ветеранов, Великой Отечественной, тружеников тыла, почетных горожан и пенсионеров-активистов в преддверии праздника поздравили в органном зале. На торжественную встречу пригласили 400 человек. В фойе встречала выставку по делу краснодарских ветеранов и народные коллективы города. Перед концертом самым активным пенсионеров отметили благодарственными письмами и памятными подарками. С наступающим праздником собравшихся поздравили представители городской власти. Именно ваш вклад в становление, развитие и процветание нашего города неоценим. Благодаря вашим усилиям, вашему каждодневному труду город Краснодар является лидером по очень многим направлениям. Я хочу всех вас поблагодарить за то, что мы с вами вместе. За то, что многое из того, что делаем мы, и те планы, которые мы реализуем, стали возможными и состоялись благодаря вашей поддержке. После официальной части свои творческие поздравления для Золотого фонда краевой столицы подготовили артисты творческого объединения «Премьера».